Надо для начала проф убить. Не, будь в этом, в комнате там сове, я протру. Джесс, пей это, смойся. Все тут давайте кулбах. ДПС будем, короче, не стопать, просто куклы я буду хватать. Кукла будет пить. Ну, паладин будет стол пить и все. А вы стоите курите. Будете там рыбу кушать, там свою хавку на хп. Так, что там по бафам? Дайте пристабаф. МП5 дайте. Подождите, я ревок снимаю. Джага заводу. Ну, сейчас кукла Рагу, да, будет копить? Да. Дай там все МП5, Дима. Зачем? Кому дать МП5? Давайте чек на пул, пока вот там МП5 дадут. Вроде всех есть МП5. Там на друидах вроде нету, на друидах. Есть. Виталий, ты тут? Лаг бафует друида. Почему надо? Так. Паладин пьет куклу, мы стоим ждем. Кушайте свою еду там. Всем привет. Привет. Че там, паладин, иди. Так, хотаем. ДС, может там щиток кинуть ему. Злой, ты здесь? Да. Пусти с ним. Кто пока свободен? Поставьте завтра на 2 часа и выходитесь. Кукла, отойди подальше от нас, чтобы не рост на тебя прокол. Спасибо. Давайте. Милики, подходим к профу. Отходите к профу, милики. Стопаем. ДК начинай. Смотрим лужи. Выходите, слушаем. Бьем, переводим. Милики, стойте по войду, ориентируйтесь по печати, что там, по квадратику. Давайте, бьем, переводим. Давайте, зеленый к столу идет с дебафами, красный идет, бьет красного. Бейте по дебафам своим. Кукла, замедляй второго красного, когда будет трикаст. Зеленые сбежались. Зеленые сбежались. Смотрим, еще раз она будет сбегаться к цели зеленого. Сбежались к зеленому еще раз, к цели. Сбежались. Кир, вставай, красная смена, замедли красного. Но он далеко был. Как он достал его? Вот так это и меня в прошлый раз. Как он достал? Он дико под спринтом бежал. Он, кстати, да. Друид бежал под спринтом, блядь. И я в прошлый раз бежал под спринтом, ребята. Может, спринт не пахает? Не, он работает, просто слизь быстрее передвигается. Типа тут я не знаю, кто виноват. Сервер, наверное. Кинул всех зеленым, мы что делаем? Отбегаем или стоим, или к нему бежим? Подумал. После ретаргета к зеленому опять бежим к зеленой цели. Ну я предлагаю сначала отбежать. А когда выбираем? Предлагаю сначала отбежать от него подальше. А потом, когда он уже цель выберет, сбежаться. Все по-разному делают, так мы что делать будем? Мне кажется, профитнее будет в зеленого сбегаться. Нет, это не профитнее. А, пока он не выбрал, надо сбегаться у него, да? Ну, мне кажется, так будет удобнее и профитнее, чем... Но он быстро же... Чем это профитнее? Ты бежишь его, он выбирает сразу цель, которая стоит возле него, сразу взрывается, все разлетаются. Ты считаешь, что во мне проблема? И в тебе тоже. Фаертроль тоже заходил нормально в ДД. Ну, а посмотри, кто ниже меня по дамагу. Как Осина, Фурик, Мизантроп, Лок, еще один.
Рога там нет? Я их тоже сейчас буду кикать, не боюсь. У меня нет больше ДД. На нормального. Если надо, я могу зайти на полового ШП, но вы будете без 5%. Не надо. Ну он же мог правильно пишет. Ребята, а чё меня кикнули? На другого заходи. На этого босса? А вопрос, да, на этого босса, нормального. Всё равно будете на реча нормальными идти. Вопрос на миллион, а куда отбегать? Ну хотя давай на фуру зайду лучше, пизда. Все это зависеть будет от местоположения зеленого. Если он к столу прибежит и начнет рекаст свой, ты понятно у стола и не останешься, от стола побежишь. Угу. Ну то есть всем от стола бежать надо, да? Я говорю, ведь, смотри, от ситуации зависит, головой-то и думать надо. Да давай, ну не лагай, сука. Зеленый к столу добежал, пошел рекаст, и бежите вам, не знаю, либо под зеленого, либо к выходу. Это навалю и Синдру, когда не успеем его добить. Магма пойду, окей? Угу. Да, не успеваем. Дима, заходи. Короче, жмук, я имел в виду, ну, чтоб ты понял. Не в разноброс отбегать. Разноброс, сука. Ну, я имел в виду, вот где проф сейчас стоит, там типа зеленый. И такой ретаргет, да? Одни отбегут вот сюда, где квадратик, а другие вон в ту сторону, где зеленая колба. Нормально? Да, мы поняли, что ты имел. Ну, я ему объяснял. Жмуку. Понял, понял тебя. А кто опять красного взорвал, ребята? Кот. Да он сам взорвался. Дима, ты с нами? Да, ну блин, у меня багает сержант. Не, который второй, стой. Всегда релабаюсь, у меня багается Джага и... Не знаю из-за чего, я уже удалил ту шмотку, что типа багало, я фиг его знаю, что это за такое. Давайтесь тут, давайте фулбаф. Коровку сливай с кнутов, я тебя приму в гильдию. Ты можешь рогой своим уходить от нас. Дайте пристабаф. Чек на пол. Что, кулак там? Нет, нет. Что там? Кулак хантам. Кулак хантам дайте. И все уже дали. Агашек, ты тут? Так, рейд стоим, портопал, иди пей куку. Кушать там свою еду какую-то, чтоб хп резалось. Так, милики, подходите к этому профу. Милики, можете начинать, ДК начинай. Бля. Вставай, речь. Дай тебе бафы. Давайте бейте, переводите. Чему передавайте, не забывайте. Давайте, красные, зеленые к столу, красные уже бейте. Блять, как ты ману палишь так. Давайте, красные бейте, зеленые тирс. Тир зеленый. Сбежались к зеленому.
Давайте после смены зеленого еще раз бежимся. Смотрим, на ком зеленый. И смотрим еще зеленый на ком. Бежим. Притаргет красного был. Красная смена. Добивайте зеленого. Бежим зеленого. Блять, такие вы конченые. Обжей, тресы, фрешблуда, пухнастик, ресы, мизантропа. Пельмени центр. Дайте пристабаф там, какую-то мазбафу. Красный выливается, РД, бьем красного, пельмени пошли. Давайте РД бьем, потом мирики переключитесь. Все, мирики, играйте по красному. Веди миликов под зеленую, РТД стали в печеньку. Мирики, станьте все в квадрат, чтобы вас откинуло в одно место. Давайте бьем зеленого, пельмени центр отошли. Сместили зеленые. Давайте смотрим, зеленая еще раз, она будет сбежаться. Бежим. Так, этот мизантроп ресает Тирса. Не, если его пельмени там пошли. Так, бейте пока проф, надо будет стопать красного ждать. Стоп по профу. РД, бейте красного. Стоп по профу, не бейте его. Давайте, выбирая цель, милик, идите к красному, бейте. Блять. Коровку средства мизантропа. Бейте красного. Все, переводите профа. Колбы в этом, под боссом, аккуратно. Так, зеленые к столу ушли. Зеленые к столу, красные уже бейте. Там колбы. Дайте рост. Шаманы рост. Алина. Красный коровку с зеленой гашкой. К зеленому сбежались. После смены зеленого еще раз бежимся. Кукла. Блять, нахера вы куклу диспелите? Сбежались. Так, зеленый еще раз, она будет сбежаться. Бежались. Играйте как обычно. Сколько там стаков, не показывается. Паладин, забирай. Паладин. Все, добивайте. У кого там риги на диван есть? Есть. Кидай на ДК. Снимай диван и забирай. Да. Забирай ДК. Слава яйцам! Наконец-то. Да вот почему мы убить не могли. Луд, блять. Ральте там кому что-то надо. Печенью, что ли, еще? Все, я обратно на маг тогда. Да.
Боня, а чё ты в поезд не гонял? А? Чё ты говоришь? Этот поезд тебе что ли не нужен был? Какой, Агиловый что ли? Или БЕшный? Я не понимаю тебя. Блять, я почему-то... Пиздец. Тут показывает, что в этом целка нет моего тела. Пойду этим резнусь на присумонить туда. Почему уж разрулим? Кого? А кого там лут? Шмурно. Пояс, идемте, танки, хилы, пошлите все тут. Надо кому-то на мейн-спек. На офф-спек. Ну, танки, идите танчите. Ну ладно, пусть там будет у кого хотите. Какая там печенька падла героическая? Защитника. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Вот у нас себя щит включенный, у тебя же прокачан. Чё, никому ничего не надо. Да сейчас я хилю не могу просто ринкануть. Чё-то ты не отправил там бары, друиды на других персонажей. Надо кому-то защитник. РДД бейте все, которые кастуют, поверите, не сульда в пещере, звездочку все бейте. Мизантроп, ты конечно. Да бейте потом. Давайте бьем звездочку, печеньку. Бейте печеньку и звездочку, точно. Не надо массами это все сливать, умирать. Печенька, ты. Печенька, печенька, точно. Дайте было. Дайте РС, давай. Домейте печеньку. Кастует. Ой, мы не можем тебя убить. Ты чё, опять? А, это слетает. Там еще задон поставил. Сливайте это все массами. Розочки героические. Там, по-моему, не команда, его никто не ролил. А не ролил. Я ролил, я не ролил. Кто там? Ну, я ворон. Куда эти там мартышки? Или кем-то там был? Мартышке был, да? Ну, кому мне? А он у меня, сейчас дам. Так, давайте там... Дима, всех танки купили. Идите. Танки идите, короче. Мирики не подходим. Хилы сливайте, это РД сливайте массами. После смерти. Подходите, РДД, вы там умрете. Ванька, возьмешь рестер Икса после этого, после варки, вместо меня? Хорошо. Там чуть хреново немножко. Там мне тоже хреново. После стальки варка. У меня вообще пукан горит от Ванька, так что вы не сравнитесь с этим. У тебя горит.
Да ты не фаерман, тебе не может гореть. Гореть может у всех, у кого кулинарка есть. В костер жопой сел и горит. Давайте на Вальку отдавайте все свои бурсты. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда. Жалкие невежи. Нападай, гроза плеть! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Так, тут хила можно спекаться. Спекайтесь там, Даня в хила. Без мутров ты сильно лагаешь. Лайф спекайся, все, хватит. Тогда рейд похилю я и Джейрис, остальные все будете Вальку хилить. Не дайте Финкенштейну. Там за печенькой будете летать. Дайте шкаф. Вроде все тут. Алин, ты сейчас заходишь или после босса? После варки. Сейчас варки закину, потом пойду. Дайте шкаф все равно, они все тут. Давайте фулл бафы. Сейчас ману отопьем, будем начинать. Лапу дайте. Дайте лапу, у меня там реги кончились. Дайте каску варам и роги. Престабаф дайте. Давайте чек на пул. Деталя, лайф, рискат, подходите. Джесс, подходите. Че готов? Кто там лайф? Ману. Хватит. Ладно, давайте танки начинайте. За кем летает? За кружочком летайте. Это придержание кружочек. Кружочек. Давай. Играть подавление с левой стороны. Спасибо, Дима.
Это хера вы там огненного бьете, если там танк его не сагрил? Бейте его, он стоял, стоит. Стрелял. Он пострелял бы, ничего не случилось. Справа, слева. Че, сейчас захиливать будет? Нет. 73. Кокосина, дай им на ману. Галина, поставь тотем. После этих порталов там зайдете, выйдете, раздадите потом. Подавление играйте. Идите, ну там, с левой стороны. Давайте, рост кокоси на гимн на хп. Кидайте руки, паладины. Джелли с гимн на хп. Да можно не заходить было. Да, побудь в хиле на синдре. Только вниз да, спустились. После прошлого портала бы захилили. Кому побыть в хиле на синдре? На ручана кому-то на мейнспек. Бесплатно. Там только Кригер в хиле и все, остальные спекайтесь обратно. Ванька, все, я ушла. Давай, сейчас, бепай, накинь там себе. Кому там осколки? А я не могу себе накинуть, у меня прав нету. Сейчас, кому там осколки надо? Дусанова, Вань. Все, накинул. Надо ноги на хабала бесплатно. Стартовые. Давай. С шапкой вместе. Бой, я тебя не могу резать, сорян. Не спускайтесь там, кто остался. Там в портал че-то твинс только не заходи. Поставил пилот, отойду, короче. Заливать 6 человек. Оставьте шкаф.
спотыкался. Может, ты выйдешь просто? Кто он бежит уже? Вот, нет. О, лок. Идите на сумку тут рядом. Все, можете идти дальше чистить драконов. Ну, убили их. Нет, драконов. Кто там, Растерикс, принимай сумму. Ну, идите драконов, бейте, чё вы.
Смотрите второго дракона, видите наверх. Там Виталик, коровку, выходите из АФК. Что значит АФК? То и значит. Коровку, подходи. Ты видишь аккаунт? Давайте хилимся. Так, давайте, тут можете фулбафы давать, танки одевайте, флешмот не забывайте. 5 хилов идем. Кто дохнет от притяжки, от глыбы на переходке, где-то 100 хп, если мы его падаем. Если на вас освобожденка, я там скажу по хилам, миликам, если она будет стопать. Че, вышли, просто скинули один стак и все, возвращайтесь в рейд. Ну, можно этого мамонта? Ну да, дайте мамонта. Дайте пристабаф, не хватает ему. Мага баф дайте. Давайте чек на пул. Я рыбу поставлю, погоди. Кушайте рыбу, что там рестер, что не хватает? Можно брать ассист. Что решил? Бери ассист, пожалуйста, у меня что-то одно плюсы какие-то выдает. Спасибо. Давайте чек на пул, короче, все готовы. ДК один, начинай, стоим, хилимся. Какой-то лок непонятный выиграл. Два хила освобожденка, нормально все. Хлопнули и вернулись. Не надо ничего стакать. Притяжка 5 секунд, готовьтесь. Бежим. Давайте, зона, сейчас летка будет. Метки бейте только точно, без дот. Если там одна метка падает, и кто-то падает еще, это, короче, 7 ддшка МХП. Там били, не били, 7 МХП. Так, БДК в метке, паладин поймаешь. Давайте, слева падает. Бейте скрепы, только точно. Центральный стоп, с левой падает, слева падает. Бейте левые крайние, и крайние правые фуловые стоят. Между глыб справа падает близко. Стоп по склепам, блять, стоп по склепам. Справа падает близко. Так, обжейте веса меня, разбивайте склепы. Так, два хила с пучонка, нормально все, бейте.
Притяжка 2 секунды, готовьтесь. Беги, бежим. Малышка, беги! Силы нормально бьем. Рост давать не надо на боссе, без роста будем бить. Так, крейт наверх, метки вниз. Какие метки там говорите, где падает? Сами смотрите, как бить. Сами прячьтесь. Центр. Не бейте центральное, слева далеко. Центр. Перейдите за другой склеп. Ваня. Вижу, вижу. Центральный тоже сейчас забит. Он? Так, лови, разбивайте. Давайте, все метки будем под лыбу нести. Фаза пошла. Смотрим, на какую метку. Так, и че, блин, под босса милики ушли. Так, три хила освобожденка, милики 2 стака максимум. Развивайте следующий под босса тоже. Так, под босса опять ушли милики, будет притяжка. Хильки попала. Милики, скидывайте стаки. Скидываем стаки, ждем. Беги, малышка, беги! Да разбивайте, линкуйся. Следующую под босса. Кто там? Не вижу, на ком-то под боссах кто-то. Бля. Отбивайте. В следующую в сторону. Пухнастик в сторону, милики ковыряйте. Метку пухнастика сейчас. Милики пошли метку бить. Так, один хил, нормально играйте, Виталик под босса. Ушли, милики, ушли, ушли. Разбивайте. Следующий под босса, притяжка будет. Коровку с под босса, ушли, милики, притяжка, эту не бейте. Следующую сторону и добивайте. Сейчас притяжка. Не бейте, не бейте. Блин, беги. Так, в сторону и добивайте. Виталик, в сторону и добивайте. Породистый в сторону, разбейте его. Виталик, это надо кому-то на мейн? Идите склеп разбить сзади, ребята. Лестница. Пока Эдли рулится. Умирать, бомжар. Бомжар уж скорее. Нихуя. Че, все, можно на арену идти? Да, можно. Да, ты же Валька резко. Тут Вальки осторожно. Вот, тебе нужен обычный покоритель? Да, блин, у меня их и так как говно вообще уже стало. Да. После этого рейда. Он Валька как бы. Не нахуй, лучше инвиз прожму. Еще одну сагрили охуенно.
Что там, падаете или бейте, не знаю, я тут еще на синдре. Тыкайте в шкаф. Блядь, это не шкаф. Шкаф лучше поставь. Крем дали к бейте. Бейте валькиру, блять, портанулся. Пробуйте на валькиру слить. Одну только бейте, точно ее бейте. Она забагалась, видимо. Ну, портуйте, разбой там висит на вас, спас. Она застряла. Ой, ебаный ублюдок. Попробуйте как-то вывести с текстур. Не знаю, получается ему. А чё этот... Льда нету? Мне негде умереть. Не, а другую загрей, и всё, и нормально будет. Всё, вроде. О, всё. Ага. Не, нифига. Да и выйти. Да, от трэша умереть, не сильно. А нахуй ты его вообще огрел, ты мне не подскажешь? Что? Ну, ты зачем ее трогал? Я ее не огрел, ты ошибся. Ты не рискат? Я ее согрел, я тебе говорю. Но она висела на мне как-то в текстурах. На тебя она почему перешла? Джерион, а ты где? Она где-то на тебя улетела. Джерион улетела. Она выбрала его в таргет и улетела. Текстуры, блядь. Прикинь, сейчас сюда, бля, лечу, прилетит. Сык. Меня потом схватит кого-то и улетит, и обратно. Джерриона, блядь. Чтоб не выебался. Кто там? ДК, Вар, умер, че, это паладин, умираете, где вы там? Да не могу, не бьет. Что сделаем, Вань? Пойдите там возле портала, можно Ване сдохнуть. Можно к Сурку обратно вернуться, если что. Блядь, да ты... Сагри другую, да и все, ё-моё. И она отагрится. Просто помри. А знаете почему? Потому что вы гандоны. А че, кстати, где вон он не играет сейчас? Ну, там вроде... Я из Германии прибыть. А, уехал, да? Да-да. Мутант, паладин, идите умирайте там в ложах. Да. У нас бой там, кто там еще не сдох? Я не сдох еще, Вань, сейчас подожди, еще один удар, все. Меня слышно? Все равно висит. Да, слышно. Все, шумульте нас, не заходите вот, никто там в этот портал. Команды, блядь. Тыкать на сумму, скинь на сумму, домой. Я туда ел персонажей. Олег, ты умеешь клочи данные собирать? Я умею клочи данные собирать. Я вот моё... То что, это единственное, что я умею. Дарьон, сумонься, Виталик, сумонься. Кто может зачарить на этот... ШМ, на Берсик? Давайте все тут, давайте. Давай, Лиги, Лиги. Ничего, чай. Нет. Отожми. Так, давайте паладины по станам, что у нас тут? Фрешбут, первый ромбик. Фрешбут, короче, первый, печенька, лайф, второй ромбик. Протопал, третий, трусы. Так, будем ходить звездочки. Так, кто у нас там, ДЦ, подиспелишь? Да, наверное. Хорошо, так, по инерам. Мизантроп, апджейд, рестор, пухнастик, коровку с Джерриона. Мы так пробудем. Вставайте, смотрим. Бафчик на пол. Да, два штуки. Ничего себе. Там милики, если будете на ложках улетать, там неважно, кто взрывал, кто улетел, это 200 хп без разборов. Рискат, и тут Виталик.
Так, запустил. А вторая это что, ромбик, да? Да, вторая это ромбик. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? А тут наличие не поменялось ничего? Ловушки как же взрываются? Да, они быстрее взрываются. На 2 секунды быстрее. Ну, по размеру то же самое, да? То есть, если в миликах летит ловушка, у тебя нет времени отбежать. Она прилетает и сразу активируется. Надо отбегать заранее. Лок, кинешь на второй фазе СС на БДК. Послужит доказательством моей безграничной мощи. Отлича, отойдите, не умирайте. Кто умрет, это 200 хп сразу. Герои, в атаку! Милики, РД бежим, милики бегите, милики. РД звездочку смотрим, чума 5 секунд. Смотрим, чума на ком-то она там. Кокосина выноси. Диспельте. РДД. РД. Протопалчик, проводи дальше трэш, смотрим чума 2 секунды. Все, так, стой, смотрим чума на... Так, на мне, диспальти. Так, стоим. Там на ком-то, кто в лейбе, там не улетите. Милики, милики, все проходим, протопал проводи, милики ловушка, милики. Апджейт выноси. Диспельте, диспельте. Мутанта диспельте. Все, Пал, уходи на край. Милики, ловушка, звездочку все. Давайте такая в виде звездочку становимся. Смотрим, еще одна ловушка сейчас будет. Все, не будет ловушки на край, пошли фаза. Фаза. Лайф, давай каплю. Давай каплю. На протопала. Лок, вешайте проклятие, как этого, который Х замедляет. Не забирай больше трэш. Трэш не забирай. Присты, ханты по сверкам. Так, второй ряд, кинь тоже каплю. Так, какой сина, давай. Этот гимн арест. Хотя не надо, не надо, не пой, не пой. Дайте инер и джейлис, там кого есть. Сверх бьем. Сверка летит, огонь не срывайте. Три сферы бейте. Сферы, сферы. Бежим. Паладин забирай, бейте сферу. Дух аккуратно. Сфера, сферу бейте. Все, пошли в звездочку. Только духа не поворачивай. Встали все в печеньку. Давайте рост. Которая улетать будет, давайте сливайте, 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 все три сливайте. Давай ромбик, кстати, ромбик. Давайте все играем валькир. Вышли из-под вальки распернения. Так, давайте стали все в звездочку. Охотники трапы обновляйте, в звездочку стали. Скажу, выйдите.
Скажу, кого сливать. Встаньте в звезду. Так, готовьтесь, выберите сразу с разной стороны, скажу, кого сливать. Так, готовьтесь, готовьтесь. Вышли, вышли, вышли. Так, печенька, ромбик, все фулл дд в ромбик, фулл дд в ромбик. Давайте, ромбик, трусы. Давайте, ромбик, трусы. Дайте хильте ДК хорошо, дайте мастан еще. Все три сливайте. Давайте, ромбик, бейте, ромбик, трусы. Ладно, блядь. Трусы добивайте, все, сбили, молодцы. Я бы вышли, даже осквернение завесения. Веди на центр. Смотрим лужа. Пухнастик. И в центр. Давайте, звездочку стали все. Звездочку. Охотники трапы кидайте. Сливайте, сливайте и сливайте. Две валькиры, ромбик, трусы. Ромбик, трусы. Кружок отпускайте. Ромбик, трусы бейте. Кто там в кружке был? Кто кружок там схватили? Породистый, это ГП, если мы падаем. Вышли осквернение. Осквернение вышли. Хант красавчик отпрыгнул. Так, давайте. Звездочку стали. Так, давайте. Валькирам станы, фулд для плеча. Все, давайте. На край ушли. Веди на край потихоньку. Веди, веди. Веди, веди, веди. Он вернулся? Смотрим, лужа, да. Давайте. Встаньте, лужа, вышли, лужа, лужа, лужа. Все, на край, молодцы. Так, Кокоси надо, блядь, улетело. Кто там еще есть? Виталик, давай гимн на ману ставь там. Давайте Инри своим шаманом. Так, огронь не срывайте, бейте духа, который с меткой. Сферы, сферы, две сферы летит, сферы, алё, сферы бейте. Сейчас на сферах еще не хватало улететь. Сферы, отойди. Вы что, ГП захотели? Это пристам и хантам ГП будет, если шо. Так, бейте печеньку все, старого духа, сферы бейте. Так, давайте новую печеньку бьем. Бейте пока печеньку. Забирай духа в среде, среди духа. Сфера, 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 стоп под духом, сферу бейте. Добивайте печеньку. Давайте печеньку бьем. Звездопады и в звездочки ходим. Звездопады на комнату оставляйте. Я молчу, а вы во мне ходите. Бежим. Не оставайте там, давайте речи. Духов бейте. На мана кому-нибудь. Не, фу. Ристаликсу можешь кинуть. Бежим. Все комнаты добивайте духа сразу. СС Инлок. Паладин, лови духа, отворачивай духа, Джерри, со осквернения. Отверни, отверни, бейте духа все. Уходи к трону ДК. ДК к трону. Вставай, вставай. Бейте все духа. Ушли с центра. Все, духа добили. Уходите через край, только через центр не идите. Протопал хлопай. Дайте там Виталику лапу. Ушли с центра. Смотрим осквернение. Вышли из-под лича. Духи пошли. Бейте в маны. Стоим, бьем. Сейчас будет комната. Звездопады в комнате за звездочкой. Чтобы вершить
Подожди. Как же ты хуй уводишь? Так, паладин, готовь сакру по команде. Давайте. Встали, вжались, а стоим, идем. Давайте, в угол вжались, в угол. Стоим, бежим. О, блядь, какой-то сука, маг долбоёб, прям в бомбе стоял. Бежим, за угол заходим. Все, выход, и к порталу сразу веди, к порталу. Дайте порталу, осквернение смотрим. Мартышки, осквернение. Уходим к порталу, паладин хлопает. Дайте инту, магик. Уходи к трону. К трону уводи, ДК. Так, вышли с подключа, лужа, смотрим. С подключа вышли. Паладин хлопай мелких. И че блинк. Никуда не веди, сейчас комната будет. Так, выдавать комнату или нет? Ну, я скажу, если что. Звездопады в комнате, и во мне ходим. Джерем, дарю ману. Нафига ходит по вуму? А у тебя 30% было. Где они меня? После комнаты все к порталу идем. Давайте к порталу, лужа смотрим, лужа. Паладин хлопает, добивает плечо. Стой же, никуда не веди, просто бейте. Изи бризи. Слава яйцам! Ближайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия. Чачу, перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали.